Наверное, это на удачу Роман повторила перед выходом на лед. Юлия и Роман танцуют под песню Николая Носкова «Исповедь». Браво. Правда, браво. Это очень смелый номер. Вот эта жилетка на Юлии, это то, что называется поясом шахидки. И она танцевала жертвой, заложницей обстоятельств весь номер. И передала все эмоции, которые у такой жертвы могут быть. И Роман в его состоянии на льду читалось иногда сострадание к жертве, иногда жестокость. Роман очень артистичен, он все это замечательно передавал. Мне даже не хочется обсуждать технику катания, потому что все то, что ребята готовили, все в этом номере удалось. И удалось, вот кроме, пожалуй, этой поддержки, где дрогнуло на какой-то момент.